Всем привет, ребята, Кент на проводе, и сегодня у меня будет нетипичный ролик для моего канала, но, ребята, если вам понравится подобный формат, то, пожалуйста, поставьте мне лайк, а мы начинаем. Я думаю, что ни для кого не секрет, что в последнее время стали очень популярные стримы. И как мы вместе с вами знаем, что чаще всего стримят именно на Твиче? Потому что Твич – самая удобная платформа для стримеров. И сегодня, ребята, пойдет речь о стримере Zeliantop. Вы спросите у меня, что же особенного в этом стримере. Этот стример был инвалидом. Почему был, расскажу немножко попозже. Возможно, вы подумали, что Кент негодяй смеется над инвалидами. Ребята, просто посмотрите это видео. Вот он наш стример, вот он подъезжает. Так, здорово всем, здорово, здорово, пацаны. Ребята, ждем буквально пару секунд, и прямо сейчас будет экшен. Он надевает наушники. Но потом он вспоминает, что он забыл покормить кота. Так, он еще не вспоминает. А вот теперь вспоминает. О, смотрите, исцеление в прямом эфире. Неплохо так, да, ребят? Слушайте, очень даже неплохо. Если бы так можно было настоящих инвалидов исцелять, то было бы вообще бесценно. Парень просто взял и пошел. Вообще красавчик, просто 5 с плюсом. То есть, ребята, я, конечно, все понимаю. Я, конечно, видел много, разводил. Но чтоб такое разводило, парень собирал себе на протезы, парень собирал себе на операцию. И тут он, знаете что, просто взял и пошел. Конечно же, ребят, после такого стрима администрация Твича его забанила. В принципе, они сделали все правильно, потому что, ребята, таких людей надо банить, потому что они просто берут и всех обманывают. Но насколько мне известно, данный стример стримит и по сей день, просто стримит он на другом сервисе. Хочу отметить, что этот стример постоянно давил на жалость, и из-за этого ему люди донатили. После такого большого разоблачения, которое он снял сам на себя, на него просто вылилась туча хейта. Конечно же, весь этот хейт был обоснован, потому что никому неприятно себя чувствовать обманутым. Потому что это то же самое, если твой сосед по парте попросит у тебя ручку, и при этом он тебе ее не отдаст. У кого такое было, став лайк. Мораль сей басни такова. Если стример-инвалид говорит, что он инвалид, то не обязательно он инвалид. А если серьезно, ребята, то инвалид никогда не будет давить на жалость, он просто вам предоставит доказательства. Поэтому, ребята, если вы хотите кому-то помочь, то всегда подходите к этому делу с умом. На этом у меня все. Ребята, пожалуйста, поставьте лайк. Также обязательно, просто обязательно подпишитесь на мой канал, напишите какой-то комментарий. С вами был ваш Кент, всем удачи и всем пока.